Приветствую вас на канале AsmodePlay. Мы продолжаем играть Снайпер 3 Элитный. Что такое проект Эпидемия, все еще не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы все было по порядку. У Валена все будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера, а еще старый подземный туннель. Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно. Хорошо. Оставляем все то же самое. Так, выкладка. Браво, новый предмет. Что за новый предмет? Стрелок. Так, давайте начать игру. Меня вроде все устраивает. Бомбы, мины, это все хорошо. Все есть alles gut. Ух ты, так вроде вначале я эти зенитки уничтожал, нет? Или что, что-то упустил? Ладно, начнем. Давайте сразу сохраним здесь игру. Да. Так. Первый. Второй. Снайпера нету. Ну что ж. Пробью сразу двоих. Пробил. Так. Ничего. Спрячусь. Пережду. И все, больше шороху было. Куда ты? Прям до пули бежишь. Ой. Ладно. Он что, меня видел, что ли? Ну да, тогда. Все.
Рассмотрелся. Так, мне надо расчищать сразу здесь. О, вот они. Успел. Бумк. А там еще двое. Ладно. Давайте покажетесь. Так. И еще один, как я понимаю, должен остаться будет. Есть. Давай. Покажешься? Ну неплохо. Челюсть на бок. Теперь у тебя будет другой прикус. Че, я сильно поделютую, да, с самого начала? Где это тело-то, которое я убил? Так. Вот он до меня где-то бежал. А где он бежал-то до меня? Я вообще не помню даже сейчас. Кого-то что-то где-то он перепрыгивал. Вот. Одно из них. В определенное время выстрел не услышат. Да, конечно, не услышат, только мне это сейчас к чему. Я свое дело сделал. Интересно знать, он по заданию был, нет? Вот тебе и определенное время. Меня вообще кто-нибудь будет искать? Так. Давайте начнем с того, что где-то вот здесь в полях я уже убил человека. Так, сохранить. Да, потому что очищенное поле всегда пригодится. Так, это опять ты. Так, с оружием я пока здесь порядок. Вот, тело было мной застрелено. Порядок. Попал. Так, тут я должен был, видимо, совершить какой-то теракт, когда тут кто-то ходил. Но раз здесь никто не ходил, теракт не был осуществлен. Это и боеприпасы, боезапасы я взял. Так. Где-то вот здесь вот в кустах, по-моему, если не ошибаюсь, тоже. Так, а, это тело, которое... Граната, да-да-да. Тело с гранатой. Сейчас посмотрим, перед тем, как туда бить, посмотрим. Хорошо, что там взяли. Бит, вау, тут. Бит. Ну что ж, я готов.
Да. Первого пробили. Смотришь, кого ты хотел увидеть? Да? Автомат тебе больше не нужен. Попал. Вот тебе и кусточки, вот тебе и росточки. Так, еще один. Давай, чтоб он не дошел. Еще живой был. Вот ты падла. Так, ладно. Давайте посмотрим. Я где? Я перед городом. Мне можно в город зайти. Ну давайте, я раз в бок пошел. Тут, значит, что-то есть. Посмотрим, что здесь имеется. Пистолет? Нет. Этого нам не дать. Так. Что тут? А три татушеньки. А три татушеньки тата. Может, здесь где-то письмо от чего-то, кому-то, кого-то. Ну, на краю. Куда мне вроде как нельзя, правильно? Расщелина. Это вот подземный проход, про который говорили. Так. Найдите способ попасть в старый город. О, да можно было бы его и так, да, приголубить. Так. Пиво. Какое пиво? У вас тут товарищ помер, а вы пиво.
Так, давайте-ка залечимся. Так. А как мне сюда попал-то? Вот сюда. Все, нормально, сбежал. Вот-то, надеюсь, там. Оказывается, они такие дураки. Окружили меня почти. Да, с такого-то расстояния. О, правильно, аж опрокинуло. Давай. Еще мне этого обшмонать надо. Итак. Вроде неплохо, да, начали? Поле-то у нас как очистилось сразу. Ломаю. Если есть такая возможность. Что у нас здесь? Что-то есть. Есть. И сразу смена позиции пойдет. Есть крови еще тоже. Первая эта пуля, видимо, тоже главное попала. Просто не была такой смертельной. В определенное время выстрел не успел. Так, на стенах города у нас что здесь? Ничего. Опа. Так. Давайте подлечимся. Теперь никто не осмеливается открыто критиковать Валена. На днях в этой кутерьме Вильгельм громко ругал генерала, не слушая мои возражения. Эта вспышка гнева привлекла внимание определенных кругов, и я не видел его уже неделю. Говорят, Вильгельм получил новое назначение. Я опасаюсь за его жизнь. Генерал не потерпит и песчинки в свой хорошо смазанной машине. Звукнулся, короче. Не по делу. О! Нашел что-то. Чего-то не хватает, да? Schwarz-weiße König. О, три мушкетера. Да, они самые. И мне нравятся портреты Валена, развешанные повсюду, и его роскошная база в горах. Один из них сегодня ночью отправится в Берлин с драгоценной тетрадкой Валена. Кто именно? Не знаю. Я слышал, что они договорились встретиться позже. Возможно, чтобы решить, кто вручит фюреру тетрадь с доказательствами. Понятно. Я должен искать человека, который поранился, когда здесь рылся. Так. А эти тела ушли.
Я так надеюсь. Я должен быть незаметен. Конечно. Ты только что был так незаметен. Опа, опаньки. Ну, обыскивай его. А сейчас пойдем того козла гасить. Ну. Раз, раз. Построитель, да, заберитесь. Хорошо, заберемся. Только мы сначала растяжечку заберем с собой. Кто меня там пасет? Хорошо, давайте обойдем. Опять данное сооружение. Ну, заметьте, основную задачу мы выполнили. Что ж, ну как, основную задачу. Задачу мы выполнили, то, что мы первую задачу выполнили. Узнали, куда вам теперь надо. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и увидимся в следующем видео. Пока!